Что тебе нужно, Хитч? Ты по каким-то причинам, которые мне совершенно непонятны. В смысле, сколько свиданий у нас было? 3, да? Но, понимаешь, вот это и дико. Вот это и дико, ведь я чувствую, точно чувствую. Вот где-то здесь, этим местом чувствую. Я чувствую и знаю, что хочу страдать неимоверно. Да, страдать неимоверно. И если без этого мне не видать счастья, что ж... Нет, я что-то не то сказал. Да, да что это с тобой? Ничего. Нет, 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 это я не тебе. Это я самому себе. Алекс Хитчинс, Том Реда. Привет. Отнесу это в машину. Ты правильно тогда сказал. Лучше нам жить, как жили до этого, и все будет хорошо. Я не хочу хорошо. Я хочу изумительно. Так не бывает. Мне так же страшно, как и тебе, Сара. Но я пришел. И наше время настало. Ты другое раньше говорил. Сара, я же мужчина. У нас правильно сразу не выходит. А я реалистка. И я знаю, что любовь с нами делает. Нет, не знаешь. Ключи. Но... Ключи. О, прошу вас. Садитесь. Да. Я не знаю, кто это. И мне плевать. Я знаю одно. Он не сможет к тебе относиться так, как я. Умеешь переключать? Да заткнитесь вы оба! Успокоилась? Да, все отлично. Мы не будем счастливы друг без друга! Может, я поведу? Тебе что, жить надоело? Если без тебя, то да. Сара, что такое? Он прыгнул на машину! Почему? Потому что так и нужно. Прыгать в надежде, что у тебя вырастут крылья. А иначе ты просто как камень упадешь. И падая, будешь думать. Зачем? На кой черт я прыгнул? И вот сейчас, Сара, я падаю. И лишь один человек поможет мне обрести крылья. А это ты. Выходит, ты влюблен, да? Нет. Я люблю. Я люблю тебя, и я понял это с первой... Это глупо, но я хочу сказать то же самое. Сара? Мария, это тот самый парень, Хитч. Хитч, это моя сестра, Мария. А это ее муж, Том. Ее муж, ясно.
down. Who's the deal?